Чебурашкин. 22-го номера на его гол. Это его шайба. И вторая сразу. Сокол. 2-2. Даже недавно выпил Вилли плюс две шайбы. Но Сокол сразу же забрасывает вторую. Смотрите, вот разница сколько там. Мы по протоколу посмотрим, она вообще небольшая. Разница между первой и вторыми. Второй шайбой, да, это Данил Бобрик, если правильно понимает, 24-й номер команды Сокол. Результаты можно показать. Все, бросок нужен. Бросок будет, пожалуйста, реализация. 18 секунд. Какой переломный момент. Красноярск, это круто. Это круто. Выжидали, чтобы все здесь показать разом. Небольшие разницы во времени. Три шайбы летают от Красноярского Сокола. 11 номер. Алексей Емельянов забрасывает эту шайбу. Но переиграть удалось. Алгин получше, поувереннее. Сокол чуть подальше. Ой, это шайба. Ну вы смотрите, что он делал сейчас. 14-й номер команды из Красноярска. И это Рябковиков. Мы говорили, что Арнольд сделал передачу. Может шайба там просто. 3 балла у него будет. И 3-й балл это именно за просто шайба его дома сегодня. Одна из самых красивых, да, по большому счету. Таких хитрых шайб, которые пропускают игроки выпила. В частности, 33-й номер. Типа вышло здорово, давайте смотреть дальше. Это команда из Красноярска. Набирает путь. 14-й бросает и забрасывает первую шайбу. Ликуют болельщики на ЛСК Кольцова. Автором этой шайбы становится Глеб Коряков. 14-й номер. Но ушел от всех защитников, роняет всех подряд. Забрасывает первую шайбу, отправляет ее в ворота Александра Трубина. 3 минуты 16 секунд, именно столько потребовалось времени на эту шайбу. Шайба под номером 1 для Красноя. Первый на шайбе был Данила. Именно и, соответственно, Данила дубль в этой встрече оформляет, а тут же и ответочка подоспела от Глеба Кадыкова. Ну и вот все больше закономерный такой, так сказать, характер принимает у нас для этого турнира встреча. Уже 5 заброшенных шайб. Сетапер Сокола вступает в игру. Бросок, и это 8-я залетает. Убрал защитника, и на потом на противоходе еще и голкипера переиграл. Вот смотрите, раз движение, голкипер направо, шайба налево, и уже в атаке Сокол. И момент сумел Сиенко, шайба оттуда отлить, да? Дальше от Гаи, чтобы Глеб Кадыков сегодня не заметен, а он вот тут как тут решал, подкараулил свой отскок и точно уверенно и мастерски положил шайбу в дальний верхний. 10-4 счет становится. Еще момент. И вот так вот. Игрок, фамилию которого я упомянул, дай бог, 2-3 раза за 30 минут в третьем периоде оформляет хет-трик. Браво! Дождался, что называется, своего часа. Шестая заброшенная шайба